Я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова. На платформе Antares для новых пользователей появилась обалденная программа Antares P2P платформа. Получите займ до 4000 долларов без документов и лишней бюрократии. Займ возвращать не нужно. Это просто халява. Давайте разбираться. Antares P2P платформа разработана рекламной платформой Antares. Это программа по предоставлению взаимного кредитования. Программа использует модель многоуровневого маркетинга, основой которой является линейный компенсационный маркетинг-план. Antares Trade совместно с 5 компаниями разработали инвестиционную программу для всех партнеров платформы по взаимному кредитованию на срок до 12 месяцев. Вы получаете... Вот я заемщик. Возможность получить займ без вложений на сумму от 100 до 4000 долларов. Что это вам дает? Возможность участия в партнерской программе на основе линейного маркетинга. Автоматическое погашение взятого займа с помощью инвестиционного продукта. Чистую доходность на взятый займ 0,5% в сутки на протяжении года. Преимущество программы. Чистая доходность инвестора 0,5% в сутки на протяжении года. Надежность. Кредитование происходит на собственной площадке Antares. Antares является гарантом возврата выданных займов как для заемщика, так и инвестора. Чистая доходность заемщика 0,5% в сутки на протяжении года и диверсификация рисков. Средства равномерно распределяются по 5 компаниям, что значительно снижает риски и обеспечивает стабильную работу программы. Здесь вы можете присоединиться к чату. Итак, стать партнером. Вы регистрируетесь по моей ссылочке, которая будет под этим видео. Вам нужна только лишь социальная сеть. Регистрация на платформе необходима для неограниченного участия в программах компании, возможно, двумя путями. Вы можете самостоятельно пройти регистрацию, заполнив все необходимые поля ниже, и принимать участие в программах, следуя видеоинструкциям и задавая интересующие вас вопросы сотрудникам поддержки платформы Antares. И второе, вы можете воспользоваться помощью наставника в процессе регистрации и участия в платформах программы. Напишите в наш чат Telegram, что вы хотите зарегистрироваться. Один из наставников обязательно поможет вам. Ну, моя ссылочка находится под этим видео. Я являюсь вашим наставником. Вот здесь, если вы регистрируетесь без пригласителя. Здесь указываете ваш email и нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». На почту вам приходит ссылочка для продолжения регистрации. Вы по ней переходите, придумываете себе пароль и вы проходите успешную регистрацию. Теперь вы можете войти на свой аккаунт. Вводите, вот «Войти» нажимаете, вводите свой логин и пароль, который вы придумали. Среди всех программ опускаетесь ниже, вот сюда. P2P инвестиции. Нажимаете подробнее. Вот, переходите к настройкам безопасности. Смотрите, что вам нужно. Никакой верификации. Условия участия для заемщиков. Наличие аккаунта в социальной сети Facebook, ВКонтакте, Инстаграме, YouTube, TikTok. Получению займа допускаются пользователи Antares, не имеющие инвестиционных пакетов в любой из программ Antares. Условия участия для инвесторов. Создание инвестиционного продукта на каждые 50 долларов, выданные заемщиком. Начисление инвестиционного дохода на выданные займы происходит на бонусный счет. Инвестором может стать любой пользователь Antares. Критерии оценки социальных сетей для выдачи займов. До 250 долларов надо предоставить одну социальную сеть плюс селфи. Здесь вы можете почитать полностью, какие условия. До 500 долларов, до 1000 долларов. До 2000 долларов и до 4000 долларов. Вот, мы находимся в P2P инвестиции, нажимаем финансы, подать заявку на займ. Чтобы отправить заявку на займ, необходимо выполнить следующие условия. Заполнить корректными достоверными данными личный профиль. Включить подтверждение действий через Telegram. И вот такой вот текст. Указываете социальные сети здесь и фотографию. И свои контактные данные. Здесь вот требования читаете. Займ от 100 до 250. Вот. И отправить заявку на модерацию.
Завтра я запишу следующее видео, когда мне одобрят заявку.